Мы в аэропорту Лиссабона. Большой, интересный, необычный аэропорт. Многоуровневый. У нас чек-ин на уровне D. Вот нужно на лифте туда поехать, чтобы не пользоваться эскалаторами. Улетаем мы в 13:35 в Люксембург. Вот, сейчас пойдем искать стойку регистрации. Да, можно на эскалаторе подняться на уровень D, можно на лифте. Ждем мы у стойки регистрации. Наш чек-ин будет происходить на стойках 60-62. С этой стороны сектор C. Очень удобный аэропорт, в принципе. Разделенный по секторам. Два терминала. Мы вылетаем с терминала 1. Ждем. Первый раз летаю Люксаэром. Это, наверное, люксембургская компания. Вот наш самолет. Начинается посадка. Будем лететь в Люксембург. Лететь недолго. 2,5 часа. 2,5 часа, и мы уже в Люксембурге. Здесь прям как в Алании. С самолета выходишь и пешочком себе идешь в терминал. Вот такой вот. Такой нормальный, футуристический, немножко невзрачный аэропорт. Наш Люкс Эйр. Все, и мы в Люксембурге. Как-то немножко поразил Люксембург, что здесь нету эскалаторов. И вот поднимаемся по вот таким лестницам. И бабушкам с чемоданами и сумками не очень просто. Но даже и не только бабушкам. Ой. В общем, очень как-то странно. А где же хай-тек? Где же хай-течные эскалаторы? Ну, простенько, простенько. В самолете кормили очень вкусно, да. Все входило в стоимость билета. Не знаю, как-то вот тут написано аэропорт де Люксембург. Ну как-то, если честно, люксембургский аэропорт и вообще все по-другому представлял. Огромная стройка. Аэропорт, ну, довольно-таки простенький. Вот такой невзрачненький. И отсутствие эскалатора при выходе из самолета тоже немножко удивило, если честно. Вот такой вот Люксембург. Но в городе, я надеюсь, будет гораздо красивее. Зато мы едем на Тесле. Платно. Платно. Вот, проверим. Написали, где написали. Мы читали про Люксембург. Отмечали места, которые хотим посетить. Сказали, что общественный транспорт в Люксембурге бесплатный, даже для туристов. Мы это проверим и расскажем. И такси оказалось не бесплатным, поэтому на Тесле поедем. В этом самом мы тоже катались на Тесле, на такси в Лиссабоне. Вот. Довольно-таки приятно. Чувствуется сразу передающийся крутящий момент на колеса, и она так рвет с места очень здорово. И дедушка тоже такой шумахер. Сейчас так дернул нас. Сейчас посмотрим, как это все происходит в Люксембурге. Наша дорога в отель вот по такому лесу проходит. Так здорово, такой густой лес со всех сторон. И вот приехали мы в наш парк-отель Люксембурга. Порше. Вот такой вот он огромный. Дорога от аэропорта где-то минут 10 мы ехали. 60 евро. Такси здесь подороже. Теслы подъезжают. Такси здесь подороже, чем в Португалии. Дорога такая зеленая, леса. И очень радует. Люксембург встречает солнышком. Температура градусов 20-22.
очень свежо. И птицы поют. Идем селиться.